Здрасте. Здрасте. Так, короче, супер увлекательный стрим о супер увлекательной игре. Поехали. Супер увлекательно. Хотя в ОБС это еще выглядит так плохо. Выглядит на самом деле. Так. Так, slow resist. Заодно попрокачиваем взаимоотношения. Что там Никитос? Вообще, кто в чате, пишите все, давайте вопросики там. Куда-то еще не попал. А, кстати, надо же этот... Типа Дашек бы сменить. А Ион? Ты че, кстати, стал стримить-то, пионер? Потому что сайт лежал? По другой причине. Ладно, короче, будем прочесывать с самого начала. Короче, задача такая. Есть где-то секретка здесь, ее. Ты же видел, я скинул в этом ВКонтакте, там я страничку временную сделал пока. Хотя бы. Примерно. Опа-на! А, блин, это дырка! Нет, не умирай! Нет! Жесть. Так истошно крикнул. Там явно какой-то уступчик. Уже что-то. Хотя, может, это и замок. Блин, это же уступ. Нет, там ни хрена нет. А, и туда нельзя встать! Туда нельзя встать! Пацаны, не прыгайте! Звучит как Фродо, когда в него вот... Как это не чата, ни хрена. Пионер, если у тебя что-то не работает, это не значит, что там чата ни хрена. Где какой чат? Что? У тебя есть чат на той страничке, что я скинул? У меня, ну, этот твичевский чат. Твичевский, все, какие проблемы? Чините свой компьютер.
Вот где там. Вот. Он появился на стриме. Да, на этом, на эпичнике, что там сижу. Хорошо, что у тебя все работает, но там есть чат. Не, ну так я же. Да, есть чат, да. Я ж там пишу, я ж там смотрю сейчас. Так, вот тут и дача. А, так там и... Ну, он дал F5, может? Через разгрузку не подключается чат, а ну я уж не знаю. Я обычно в Firefox не грузится, только чат Твичевский, если этот, если у меня Firebug включен, но вряд ли он у тебя включен. А, это я вот это понял. Ой, ну сюда так не. Ну у меня через Chrome нормально. Так, сюда неохота возвращаться. Да, скорее всего, найди где-то там. А Айон это чё, игруля какая? Кто? Айон? Айон, ну да, ну чё это пионер там? Да, я просто не... Ну, я когда зашел, то я не видел, что он там писал про Айон. Айон это ММО. Да все называют... Довольно известно. Нет, так дело в том, что она не первая, которая и не последняя, которая просто с таким обширно открытым миром. Ну почему оно и на ММО и похоже? Ну это одиночное. А то есть тут, короче, вообще по секретам голый. Ладно, будем спускаться. Играю-ка я, наверное, пока за мели. За вот эту вот бабенцию. Ну, на самом деле, то, что оно не подключается к чату, это проблема не страничек. Потому что страничка, все, что она делает, просто берет ключевский чат и все. Так, ну возьмем-ка мы, наверное, Данбана. Как бы так пати бы сделать. Да. Так, я подзабыл какие-то. Хитам скиллю. Так. Так. Рома молния, гип. Ветер. Да. Свечение. Реально...
реально просто иногда столько хорошеньких артов есть. Нельзя все прицепить. Вообще бесполезно, зачем я вообще вкачиваю? Я был пьян. Опять? Так, Physical Close Combat. Да, видимо, я был опять пьян. Ты там всю жизнь пропьешь. Ага, сейчас я опять хочу. А? Уже не. Да. Видишь, как все тяжело. Бесполезная херня. Так, ладно, попробуем пока так, что. Такие штуки напомнили Final Fantasy 12, там тоже летали штуки, дрюки. А, ну тут прикольно то, что, знаешь, это вообще разнообразие врагов. Сзади, где ты находишься? Кусок. Так, заменяем вот этот на этот. Так. Спи. Блин, оба вкачаны. Решил посмотреть.
Xenoblade? Ну, это уже сейчас же не спойлерная часть, как я понимаю. Да, я сейчас. Remain vigilant. We make a great team. This represents no problem whatsoever. Don't get careless, guys. Okay, let's sort this out nice and quickly. Ha! Yeah! Shulk! That was a beauty. Everyone, let's go! Oh, no restraint. Good night. Кексиков напекли, теперь что? Говорю, кексиков напекли, теперь что? Я слышу разговор, но не понял. Ну не нужно себя так. Не, так она вообще, она необычно управляема в воздухе, она вообще. Неуправляемая в воздухе или? Да, я просто не хотел, там просто по стене ползти-то очень долго. То есть ты хотел спрыгнуть, а потом зацепиться где-то под низ. Да, она, короче, пролетела куда-то вниз, куда-то. А карта открывается, то есть, когда ты подошел туда, вот это момент приоткрылось. Прикольно. Это удобно, да, они полностью когда открывается, что ты там уже был. Можешь понять, где ты там что-то провтыкал, не провтыкал. Люблю так вот бегать и разведывать вообще на 100%. Не понял, почему. Валился. А. Уйти, в смысле. Ну я понял. Да, анимация открывания дверей здесь потрясающая. Так это тут... Я не понял. Это тут... Не в игре, а в этой локации. А-а-а. Зацени, какой пол.
Ну, не, кстати, мне нравится, когда так делают. Если бы еще оно, знаешь, такие волны, как будто по воде шли бы от твоих ног, это было бы просто прям фап-фап-фап. На Wii U, может, так и есть. Да не, здесь бы подтянуло, просто так не сделали. Не хотели, чтобы оно так было. Конечно. Что, которое вы спили? В смысле, спрайтиком просто. Ну да, да. А зачем же ж не 3D-шную, понятно, да? Просто... А я думал 3D-шную. Не-не. Да. Так. А что там? Последнее время этим танком играл вообще. Да, тут, кстати, вот насчет собирательства одна такая подстава. Помнишь, я тебе говорил, что есть коллектопедия, типа там где. Угу, да. Такие плюшки, найденные локации, предметы. Вот, короче, есть там одна такая локация, типа внутренность. Вот, и она вообще просто там маленькая, очень коридор, но там явно есть какой-то проход, который непонятно как туда попасть. И вот у меня вообще пусто по этой локации, там все. Убирайте, как туда залезть вообще? Я, наверное, потом уже пройду, может, там в гайдике там. Вот. Падает же. Ваш. Сделать. А ты не можешь сменить на другого персонажа, может он там как-то лучше летает и хер знает. Да можно, ну конечно, пока действительно. Я ж хочу. Ладно, давай, короче. Вторая. Написано, вторая сокровище. Есть где-то еще первая. О, кстати. Хорошо, вот это мне что нравится с этими фаст-тревелами здесь. Не зажали. Как сказать, иногда кажется, что зажали. Здесь есть такие ощущения. Thank you.
Здорово, Никитосик. Да, здорово, Никита. Так, ну это я иду, значит, выяснить. Я верю, что на телефон скачал. Вот это молодец. Да, я умничка. Теперь у меня какая-то херня высвечивается поверх всего, и я не могу ничего сделать. Придется форматировать и заново все игры перекачивать. 100-500 игр, блин. Да, не пошаговая JRPG. Вот примерно так они выглядят. Я буду еще Final Fantasy 7, Crisis Core. Crisis, как правильно, Crisis или Crisis? Crisis, наверное, как плакать. Crisis. Просто есть же Crysis игра, а есть Crysis. Ну, то есть, ну, через, пишется через Y, а другое через I. И я не пойму, как правильно читать. Через Y, Crysis. Но, а там Crysis. По-моему. Core. Ну да, там через I. Не через Y. Crysis. Просто... Вот, просто мне... Ну вот, мне тоже почему-то кажется, как вот Никита написал. Crisis-Crisis, а Crisis-Crisis. Потому что там край, как плакать. И вот, типа Crisis, который, ну, движок Crisis. Там же аж потому и Crisis, а не Crisis называется, что удел на движок. Я не уверен. Ну там стопудово Crisis читается просто. А вот Crisis Core, я сам не знаю, или Crisis Core. Нет, там-то я тоже уверен, что стопудово, а насчет Crisis... Короче, вот там я буду начинать, вот там тоже экшен бой, оно отличается от вот этого, но тоже JRPG, при этом с экшен боевкой. Что-то край, это еще крик. Край крик? В смысле, край как плакать, тоже так же и крик. Просто истошный крик, понимаешь. Cry out, типа выкрикивать. Не, в смысле, край пишется так же, как плакать. Я об этом. А, вот, я об этом. А, ну я. Понял. Я как-то об этом и не задумывался никогда. Мне куда больше с края, это Devil May Cry сходится. Кроме тех криков. А крик это больше как скрим, я знаю, это и все. Ай, скрим. Да, такая шутка над мороженкой, я просто вообще гениальный. Шутка над мороженкой. А мне послышалось шутка от мороженкой. Не, ну что, айскрим это ж мороженка или айскрим то... Да-да-да. Надо посмотреть. Кстати, знаешь, как будет на японском мороженое? Айсу. Нет. Айскрим. Да? Разнообразие. Нет, айскрим, может, как? Не, айскрим, там просто-то крим. Ну, оно более продолжительное. Ты когда учил японский, там, ну, банально, 1, 2, 3, 4 и всякие. Так, стоп. И там мороженка была. Так, сейчас туда. Для создателя айфона.
a breeze. Don't get careless, guys. I will give it my all, no matter the enemy. We can definitely do this. That's cool. Get out of here. Backlash. Flowing through me. Oh, here we go. Hilarious. Renardo, powering up. Win. Faster. It's over. Good thing I'm here. No? Anyone? This will be a breeze. I will give it my all, no matter the enemy. Don't get careless, guys. Let us remain vigilant. Забавно. Так, я же наверх вроде. Алис. Ты за квадратно уже рассказал? Квадратно? Ну да, говорит, милый графон у игры немножко квадратный, но милый. Тут беда в том, что стримится оно через EasyCap, а когда ты играешь через... Я путаю компонент и не компонент. Ну, не важно, вопрос... Квадратный в каком плане ты имеешь в виду? Угловатый или что? Или пиксели, пикселизация большая? Что если пикселизация, то да, а если угловатый, то как бы год и платформа. Ну да, это ж V. Но мир здесь огромный, конечно. Чербатые, типа вот, пиксели видны. А, ну вот, по поводу пикселей, это как раз выходит из-за того же EasyCap'а. Да, просто карта захвата дерьмо. Это ж компу. Если на телеке играть с нормальным кабелем, то это Максим, выглядит. Что могу? Пардон. Я ж тоже, когда с Wii стримлю, то да, мыльненько. Если интересно, можешь вон в гугле набрать, типа, как она полностью выглядит. Да, только не дай бог там... скриншот из 3DS, потому что она переиздается. Там ужасный график. Все хуже, чем вы на языке пил, серьезно. Так. Так, что с вирусом делать? Она так бьет, как будто она подскальзывается. Первый раз просто вижу атаку. Мне так нравится, когда она так рассказывает. Именно с таким вот убеждением, послушай меня, Кирилл. Прям вот, как это сказать, интонация или эмоции выражаются у нее. Не просто сказать, а с таким. На-та-та-та-та-та-та-та. Честно, я запутываюсь. Сейчас может быть зум-аут, если сделать. Ехать вот так уж пообширней, что ты не знаешь, что такое landscape? Вон
Landscape? Landscape. Пейзаж, типа. Не, на Симпиан, что такое Landscape? А, игра? Я не знаю, просто какую-то приложуху. Установил. Она уже без этой, что? Блин, я ее запустил и ничего не произошло. Что-то ты жрёшь? Этот киксик, это чё? Это... ем. Ого. Платформе... Кто мне скажет? Я... А, не, я спускаю. Да, точно. Спускался и как всегда, короче. Мал. Привет, бананушка. Привет, бананушка. Ну, я скинул ей. А, скинул. Тогда не беру. Капуста. Ха-ха! Да. Так, ну вот, сейчас я не страчу. Для этого, кстати, благо на что особенно рвут Вальдемар, то что... Откуда Вальдемар? Что за хуйня? Так тихо. Может Серегу так тихо? Ничего не знаю. По балансу. Так, а вот сейчас будет техника. Я особо громко и не говорил. Я сейчас не знаю, как сейчас слышно, но все же. Давай, теперь получится, может быть, из-за смены персонажа? Нет. Правильно. А. Мне не было чего говорить, я просто... Ооо, я скачал героев на телефон. Пууу, всё. Да. Просто прикольно, что они у меня есть, они мне нравятся, но... Играть, да, я в них, скорее всего, не буду. Здравствуйте. Вы находитесь в волшебном мире Age of Magic. Я буду вашим гидом на первых шагах этого нелегкого путешествия. Итак, для начала вам... Да нет, нет, скорее всего, что меня, потому что в прошлый раз она говорила, что именно меня как раз тихо, в отличие от тебя. Так что, скорее всего, так. Раз-два. Раз-два. Получается, все время будем менять... Так получше? Как сейчас? Так, короче, я тогда делаю чуть... меньше. Раз, два, три. Я тогда тебя... Обидно. Ха-ха-ха. Ну чё тут за подстава? Закрыто тут. Три раза слился. А, подстав. Там сейчас... тебе оружие такой вообще норм. Знаешь этот да кстати на вид он так и похож, насколько я понял, он у него еще типа это вдвое сложенный вот там в основании, это типа еще как бы он из... ладно, пойдем.
аналогах. Что, что это было? Появляется. Понятно. Так, вот еще такой проход. Слушаю. Известный. Это, конечно, тупо, что тут будет в одинаковых местах. Но тебе приятного аппетита. Это самое главное. Ты ешь. Кого это? Ну ты понял. Секретка, она была в таком проходов, но там явно не проходит. Показали, что там можно. Баунушка, почему ты не гуляешь, а? Скажи, как бы, как теперь? Она обиделась. Так, подожди, ты опять к секретке? Продал. Так, подожди. И на этой стороне есть метка для встречи, а меня там не было. Рассказывай, что жуешь. Ладно, иди. Алло. А, то есть перелази на это. А, блин, типа. Да, вряд ли. А, вот оно что. В бананушке юмор как бы не таким образом выражается. Рейн, Эмилия. Вот. Она не я. Видишь, что типа для просмотра не удовлетворяют условия. Дровяком. Блин. Отношенец. Так.
А, то есть, чё, пятна что? Ты там чай пьёшь, да? Это единственный раз. Что, чай пьёшь? Сколько у тебя ещё чая осталось? Я в чашке? Ну ты правда чай пьёшь или что? Правда. А как же твой этот? Я пью. И всё? Ну вот это обидно. Брюс. Я надеялся, что ты долго будешь пить. Первая уходит сразу. Сейчас ты меня... Обидел меня. Фома припёрся. Какого хера? Чё сайт уронил, а? Подними. А, вот я где. Вообще не заходил. Фома, Херли пришел, трусы нашел. День шуток. Очень смешных вообще таких шуток. Давай. Параллельно нельзя писать. Так. Что-то Фома обиделся и пропал. Это хорошо. Мне чтоб в скайп зайти, так он сразу слился, как лалка просто последний.
Думчанского бросил. Нам какой-то проход внизу. О, я подобрал. А как там подругу Машули зовут? Да забирай мне пиво. У них тоже? Спрайтовые деревья справились. А, который вид сверху, ты говорил? Ага. Фома! Иди. Скайп. Махни Форест. Макарник. Что ж, я сегодня такой смешной. Вообще прям. Да?
Мне так кажется, потому что я когда там несколько дней гульну, у меня режим отупения наступает. И так до того довольно несмешные шутки становятся вообще просто... Вот, наверное. Потом неделю не попьешь и смотрю так чувство. Так, ну вот ракурс такой. А? Ох, там вот, вот такие вот товарищи. Здоровенные. Нихера себе. Шестого уровня. То есть оно убиваемо, но просто не в скорости. Ну я даже думаю за игры только. Так. Я могу прямо сейчас запустить. И взломать, чтобы у меня был 96 уровень, пойти его убить. Ха-ха-ха. Ага. По наветочку. У меня ж читочки есть. Здесь дабл джамп есть, не? Да нет. Не? Просто дабл джампом, ну, перепрыгнуть понятно как. Залетаешь за угол, вторым долетаешь. Все очень просто. А сверху упасть нельзя? Ты туда и смотришь. Если ты станешь на вот ту 45-градусную херню, то съедешь, да? Он даже там. Так, вы чё тут? Так, ладно. А, ну вот. А, вот теперь да. А вот так пока не обращал внимания, я не заметил. А, издалека? Ну, абсолютно. Угу, да, точно. Я не так представлял, все равно они более обильнее, чем когда ты рассказывал. Я думал, что там не каждая, а типа, скажем, как, ну вот возьмем елку, это одним хвостом. Ага, да, да. Нет, так там, да, тут есть самые дальние такие объекты. Они... Да, они так... Я не графина рожденный, мне оно. А, блин, это я так заметил, мне... Да я не о тебе, это я просто так, чтобы сказать что-нибудь. Парочка, тут просто есть челленджи. Называется челлендж. Надо убрать. Он при определенных условиях. Хрен его знает. Жаркий день написано. Что такое же? Солнечный. Я подозреваю, но тут как бы сильно не скажешь солнечный. Ну да, они закрывают все. Хрен его знает, солнечный. Еще раз попробовать пойти туда покараулить. Эксмотр. Так, один. Рядом. За тебя придется напиться. А,
Гал так боится. Let us remain vigilant. This will be a breeze. Don't get careless, guys. I will give it my all, no matter the enemy. We can definitely do this. That's all. Come on. Suck on this. That was too easy. Let's not lose our heads, though. Let us remain vigilant. Так, ладно. Ой. Куда там вниз? Там в кустах. Кстати, арка имени. Приятно. Я так редко в играх что-то с Рокетом встречаю. На самом прям... деле, Twisted... А Гейт это арка? Ворот. А, ну это просто как ворота думал. Я, кстати, вот только недавно... А где я сейчас? Сверху снизу? Угу. Да, я в первый раз пробегал, я ее боял. Так они не агрятся, если у тебя левел больше? Да. Понял. Разные враги реагируют на разные. Прям это буквально показано. Они визуалы, то есть. Если они тебя увидят, даже там издалека, то они согрятся. Наоборот. Как-то это. What's some? I see your strength is the genuine article. This will be a breeze. I will give it my all, no matter the enemy. Don't get careless, guys. Dodge this. We are victorious. Good thing I'm here. No? Anyone? Nice job. Знаешь, что Фома написал? Нихера. Вообще странный чувак. Как понять? А, вон, смотри. Ну, у тебя и костюмчик. Да, ну это какая-то там... Это... Пока что. Ну, по параметру уже хорошая, думаю. Да, думаю, да, да. Оно... Я вот где-то был как раз за коллектопедию. Ты мед нашел? У меня целый слот свободный. Вот. Ну там что-то хоный. Вполне возможно. Все.
Найти кокульки можно. Кокульки найти можно. Конечно. Самое главное, их можно продать еще. И даже поменяться с кем. Казалось бы, кому надо. Но, есть ценители. Я потерял. По дороге бежал от динозавра этого. Да. Увидел этого двухголового динозавра и потерял. Чуть-чуть веса. Да. Так, slow resist. Ну, как сказать, если мне надо что-то будет, то гайд буду юзать, если нет, то так сам. То есть по принуждению только. И то как гайд. Название миссии пишу. В гугле. Вот тебе и гайд. Ой-ой-ой. Машуля кашляет. Когда уже? Курить бросать, когда уже? А, не знаю. Ну, она ж бросала. То хочу, то. Ну, бросала же, и как-то это... Как-то оно бросить, ну... Поменьше начала или нет? Да, или все по-старому уже? Не, ну... Да. Вроде меньше. Ай, это что? Ну вот, перееду в Харьков. Буду помогать. Заодно совместно бросать. Ну, у меня шутки как бы не изменились за сегодня. Да. Я же говорил, что у меня в Харькове это кроме вас больше ничего не интересует, в принципе. Ни город, ничего такого. Ну да и возможности все равно переехать. Понятное дело, что нет. Вот точно жаркий день. Опа, Горитесь? В броне этой. Не, ну ты видишь, ты... просто тут. Ты бы еще как рос наделал вот эти кожаные штанишки, помнишь такие? Такие хорошие. Потом там присыпочкой. Сейчас приду. Нас.
что ты за обучалку смотришь? А это, короче, целая отдельная игра, глобальная. Короче, тебе надо целую деревуху отстроить. Угу. Устраиваешь ты там по нескольку параметров. Там из серии 5 лапок летучей мы. Ладно, там далее. Ага, то есть фармишь, ходишь. Как фармишь? Учитывая то, что тут херища таких предметов, ну я вот, допустим, знаю, с чем попадает. Я так не следил. Поэтому я даже не знаю, как бы, с чего я могу это нафармить. То есть понятно, что если гайдануть это и гугла. Понятно? Нет, понятное дело. Пока так хочу. То есть по принужденности уже. Да, а это сейчас он подсказывает. Я говорю, что мне нужно для... А, вот. Говорит. Да хрень вы можете. Вы поспрашиваете колонии. А это Анна. Кита и Кироки пошли драться с... Никитоса понесло опять. Он как выпьет, так вообще дурной становится. А так Никита это еще и... Апон. Которые уши, руки? Да, да, да. По этой зарм... Я тебе... Вот, и тут, короче, была такая пустая. Это... Ого. А, так уже порядочно. Да, магазины, дома, то есть... Ракетин. Чё, вот самое ещё... Что? Угу. Ходить, короче. Искать... По всему как... И которые бы хотели вот... Да, и... Ты как вот только... Вот какие-то бонусы Али-юп? Будут или что? А... Чё это на самом деле нужно, честно? Чё? Смотри, когда я это всё построю здесь, то изобрету, крафтил, которую я отдам в первой локации. И я так понял, что крафтилка переносная мне даст возможность крафтить прямо. От кассы, но в принципе это большого смысла нет. Здесь есть телепорты, и как бы я в любой момент могу портнуться прямо к тому чуваку,
скрафтить и вернуться а, назад. Что там? Я не хочу. Все приедут тогда. Это с Харькова через Александрию, если что, в Киев. Да, если что, там в гости. Завтра утром, если надо, уйдите. Это не передавай. Ко мне на работу можно пойти. Так. Относительно просто. Ты значит. Чай. Встретиться. Где этот сквиз? Короче, алкоголь. Взял там. А, вот, Эзерлайн. Ау. Кирюх. Все, закрыл дверь. Ну, у меня не от меня просто зависит же. То есть так-то я только рад. И у меня такие хорошие друзья, что хотят меня даже сплавить. Как я говорил, что если что, у меня идея как раз именно в Харьков поехать. Вот, давай, да, езжай в Харьков, там лучше, езжай. Вот так вот.
Нет, у меня таких друзей нет, которые солидны. Потому что, если брать именно друзей, то я постоянно, ну, вообще я шлюшка. Меня то где-то носит, какие-то пьянки, гулянки и так далее, а по делу, то, конечно, с друзьями все. Ну, мне кажется, просто если сам найдешь, то тебе будет приятнее, чем если я тебе скажу. Я могу, конечно, сказать, просто, ну, ты потеряешь же интерес. Мадама.
Динь-динь-динь. Высоковато. Или он медленно плавает, падает. А что за фильм идет? Пропустил. Может, дурник? Это поется что-то у вас на телеке. Эй, давай, ладно. Наверное. Но она... А, да, игра же еще.
Понял. Что? 38-го, 39-го и плохо? Ну да. А песенка про фиксиков споёт? Нет. Там про ноутбук? Про ноутбук. Я вот буквально минуту назад на Пикабу увидел. Там где бегают арава тараканов? Да, буквально же минуту назад вот я поэтому и вспомнил про фиксиков. Там, а кто такие фиксики? Мне не эта песня нравится, но все же. Мне нравится телевизор. Телевизор. А я рассказывал про женщину. Ну, короче, помнишь, я же постоянно задавал песни про фиксиков.
Алло? Алло? Да, помнишь или нет? Да, говорю, я задолбал песни. Вот, да, да. Как не понять, если задолбал. Чё? Вот. И я стоял в АТБ, и у женщины заиграла песня. Вот, именно та, не оригинал, а вот та, которую я бросал, обработанная. Песня фиксиков. Вот, и там было тыц-дрыц телевизор, дрыц-тыц телевизор. Вот, я в какой-то момент подпел ей, и два фиксика внутри. И она на меня посмотрела, как на придурка, взяла трубку и там дальше алло-алло. Вот, что-то разговаривала. Вся история. А, про женщину я рассказывал, да? Да? Думаешь? Ты китайский знаешь, не? Тут что-то даунлодер на iPod пишет. Хреновое. Но на китайском. Не понял. Что он хочет, сука. Я тебе сейчас ноги воткну. Не, я могу серьезно заскриншотить, если ты сможешь. Дословно. Это ж так просто. Блин, в какой-то игре
Только голем вот так вот сидел. И в жопу начал головой тыкаться. Понятное дело, согрелось. Потому что телевизор. Блин, как же iPod перепрошить, а? На украинском? Ну да. Меня аж трясет. А ты так насекомых не любишь? И я скорпион. Я вот дырявый, только не люблю. А этот все нормально. Заканчивать собрался? Так еще только 10 часов, еще часик хотя бы поиграл бы. Играть. Так может что-то еще постримишь? Ты меня на пиво подсадил, так что мне нормал. Да сейчас посидеть, посмотреть что-нибудь там. Сам уже не хочу. Давай я постримлю. Не знаю, что-нибудь. Мне просто скучно. А если я включу? У меня нечего. Я сейчас смотрю, что у меня здесь. Ой, да, я на него 65 левел. Все, есть. Теперь мне Кондракет не интересен. Закажу только за дейликами туда. О, у меня Шенму есть. Да, если начинать, то реально сначала уже начинать. А с моей памятью это все, я просрал.
Могу Crysis запустить второй. И будет интересно Crysis смотреть. А, я его удалил, сорян. Просто папка пустая. Полторушку жрет? Не понял. А. Ну да, естественно, конечно, да, просто вот, вот, ну да, всех у меня. На PS1 у меня есть Legend of Legaia и Tony Hawk первый. На PSP есть Crash, Crash, Crash гонки, Metal Gear Tactic, Metal Gear, Metal Gear, Clank, какая-то JRPG, из... Ну, понятно, из Army of Two, JRPG, 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 типа Monster Hunter, JRPG, ну, финалка. Что там? Джеки Декстер, Дисидия, это файтинг по Final Fantasy, Dungeon Side RPG, Tenchu, Джеки Декстер, Kingdom Hearts, Little Big Planet, Loco Roco, Need for Speed. Ты его играл, проходил? Ну, там, честно говоря, такая игра, она скучная будет, чтобы смотреть, поэтому скорее надо самому играть, чтобы с музыкой, со звуком. Она хорошая просто. Shadow of Destiny — это какой-то хоррор. Ratchet & Clank. Persona. Resistance — это такая альтернативная вторая мировая. Нашел? Ну, на птичку запрыгивай. Карту не можешь открыть? Посмотреть. А я вчера, кроме Текена, во что-то еще играл? Во что? Да, я так понимаю, старый квест. Ну. А во что я хоть играл? Undead Knight, я помню, чуть-чуть. Tekken. Metal Gear даже? А какой хоть? Который на острове начинаешь? В таком, типа, справа вода, слева... Это обычно просто я его запускаю. Прохожу первую миссию или тренировку и забиваю. Этот гребаный коньяк, он вообще просто... Я больше такой пить не хочу. Хотя это... Да ну он меня за сколько? За полчаса или за час он меня просто в щи вырубил. Только пить пиво и водки было похрен, а коньячка поднакрыл и просто раскидало именно.
А, ты мне? Ну, отдыхай, конечно. Если хочешь, то отдыхай. Это я думал, что если тебе просто скучно и играть уже не хочется, вот, а посидел бы, то это другое дело. А если ты хочешь вообще линять, то я же понимаю. Как я? Не понял. В машине или где? А, ЛГБТ? Могу познакомиться. Ну, вот то, что справа, мы с ней в одной компании гуляли. А она, в принципе, всегда была лесбиянкой. То есть это не то, что изменилось. Но она начала жить именно... с этой девушкой она давно уже там мутила и так далее. Не после того, как я уехал уже, я помню, начала встречаться. Вот, но они все вот серьезно. Угу. Но они, по-моему, в Киев переехали жить. Вот, я просто помню, что я ей все время говорил, что это у тебя нефорское молодое. Ну, потому что так обычно и выходишь. В нефор-компаниях еще по молодости там хочется все попробовать. И так далее. А, нет. Она, кстати, единственная со всех, которая... Там у меня и бисексуальные знакомые есть, и парни, и девушки, и геи есть же, и вот лесбиянки есть. А она именно единственная, которая как бы вполне серьезная и... Вот до сих пор живет. АФК? Так ты будешь идти отдыхать?